Книга Исход, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом при Пи-Гахорифом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гафирофе, перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и очень устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и протяни руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами, и покажу славу мою на фараоне, на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и пошли, вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне,
побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею: протяни руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И протянул Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась, и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне и египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, какую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили: